Если самым простым способом это объяснить, меня выкинуло на волну, и мне надо было плыть. Если бы я перестал барахтаться, я просто утонул. Вот так получилось, что я попал на вот эту волну, знаете, когда идет такая волна, и человек на доске стоит, и вот его несет. Вот меня как понесло с 87 года, а так донесло до эмиграции. Два раза убегал, чтобы не сидеть в тюрьме и не быть там убитым. Поэтому, как это? Это все судьба. На моем месте мог появиться любой другой человек. И много моих товарищей, которые... Кто утонул, кто был убитый. Ну вот Немцова убили, я посчитал, он как раз 30-й. 30-й близкий мне человек, с которым я дружил, с которым я общался, там, ну, учитывая Старову этого, там, того же Листьева, Влада, я их всех хорошо очень знал. Много очень банкиров, предпринимателей. Вот, 30 человек за там, 15 лет убитых, уничтоженных. Вот результат того, что ли, того водоема, где я плавать стал. И мне приходилось плыть или бежать от паровоза, который меня нагонял. Жизнь, я вам скажу, не очень хорошая. И сейчас получилось так, что я уже вот опять снова впереди всей планеты. Я знаю, как решить кризис, я знаю, как поднять экономику. И это страшно мучительно, потому что ты понимаешь, что я не брежу. Это не бред. Это объяснимо, это доказуемо, это рассчитывается. Да? Но никому это не интересно, никто в это не верит и никто не хочет слушать. В таком состоянии проходит моя жизнь, и это очень неприятное времяпрепровождение. А конкретно, ну что я вам буду говорить? Я написал книгу «Миллионер», она прошла вот как бы бестселлером. Просят сейчас меня переиздать эту книгу. Кому-то, наверное, это интересно, хотя кто сегодня читает книги? Предлагали сделать фильм, даже Володарский собирался писать сценарий, но он умер. Надо бы такой фильм сделать, потому что я действительно описал ту эпоху, и я, наверное, ради этого и родился, чтобы написать эту книгу. А что дальше? Дальше я не пишу продолжение. «Дом-2» не будет.